Друзья мои, всем привет! Сегодня 1 апреля, и я наконец-то собралась с мыслями и с настроением для того, чтобы снимать влог. Сегодня суббота, и в субботу я обычно делаю какие-нибудь косметические процедуры, в том числе в последнее время стала покупать вот такие маски для лица, для того, чтобы поддерживать, так сказать, эту часть лица, которая потихонечку начинает, конечно же, сползать под действием гравитации. И вот такие маски, они позволяют немножечко поддерживать контур тоже. Это лифтинг-маски, они продаются везде и всюду. Я беру разные. Вот, собственно, не знаю, насколько они действуют. Сейчас пока что у меня с этой зоной особых проблем нет, мне так кажется. Поэтому в данном случае это такой поддерживающий эффект. Носить их нужно довольно долго, и со временем начинают болеть уши. Вот здесь вот, потому что натягивается вот эта часть, да. Ну, хотя есть уже какие-то такие моменты, когда ты понимаешь, что да, начинает меняться контур, но еще не так все как-то заметно. Что у нас интересного за это время случилось? Ну, во-первых, у нас вроде как пришла весна, друзья мои долгожданные. Но сегодня, 1 апреля, во всех соцсетях картинки Петербурга полностью покрытого снегом. Просто замело все по полной программе. У нас, слава богу, снега нет, вроде даже солнышко. Как-то совсем не хочется снега в апреле, я вам честно могу сказать. Как-то уже настрой на весну, на то, что будет все зелененькое, красивенькое, цветочки распустятся, а тут картинки со снегом. Кошмар, кошмар. Каждую весну мы обновляем гардероб у детей, потому что все вырастают, и уже все мало с предыдущего сезона. И в этом году мы также отправились в магазины в прошлые выходные, в наш ближайший торговый центр. И, честно сказать, прям хотелось плакать, потому что, ну, всегда выручал H&M, Zara, что-то там еще. Но у нас, правда, вот в ближайшем торговом центре там нет каких-то таких магазинов, прям совсем вот детских, типа Акулы, типа там какой-нибудь Glory Jeans, еще что-нибудь. У нас там есть Детский мир, Катон, ну и что-то там, типа Бенетона, что-то такое. И, конечно, выбор, ну, прям очень-очень маленький, какой-то мне все не нравится. Зашли еще в Нью-Йоркер, это магазин, который любит сын. Там такая очень бюджетная одежда для подростков, всякие разные худи, штаны и так далее. Варя там еще не может одеваться, потому что там для нее еще достаточно большие размеры. Ну, там такая очень бюджетная, так скажем, на один раз одежда. Хотя мы там сыну вот уже пару раз покупали костюмы, брюки, худи. И, в принципе, он их с удовольствием носит. То есть там можно что-то найти симпатичное. Там, может быть, какие-то курточки, какие-то там кофточки. Вот в школу, например, мы тоже там покупали сыну. Ну, то есть что-то можно выбрать, в принципе. Но вот для Вари нет. Для Вари мы зашли в Детский мир, и там, друзья мои, ну, просто какая-то, на мой вкус, то есть здесь на вкус и цвет товарищей нет, просто какая-то чудовищная цветовая гамма. Все такое яркое, все такое насыщенное какое-то, прям неоновое какое-то, ну, то есть простых, обычных каких-то спокойных цветов, ну, практически нет. Я ходила и просто плакала по этому магазину, потому что хотелось купить какие-то костюмчики, что-то такое спокойных оттенков, чтобы друг с другом сочеталось, ну, просто ужас. Ну, в общем, короче говоря, как-то мы мало что купили, честно говоря.
я немножко так подрастроилась. Кстати, заходила на Wildberries тоже посмотреть. Мне там тоже ничего не приглянулось. Я не знаю, нужно их в какие-то другие торговые центры что-то смотреть. Грустно, пока что грустно. В то же время не хочется ехать в какой-нибудь авиапарк огромный с детьми, которые не любят мерить одежду, ходить по куче магазинов. Тоже такое себе удовольствие. Ну, это в любом случае приятные хлопоты, поэтому это я не жалуюсь, это я просто рассказываю свои впечатления. Еще хочу сказать, что я снимаю небольшие рилсы для картинкограммы и выкладываю их сюда. И спасибо большое, что вы смотрите, для меня это очень приятно. Также спасибо за комментарии, которые вы оставляете, это тоже очень приятно. Всегда обратная связь, она очень вдохновляет и настраивает на то, чтобы что-то делать дальше. Недавно я получила тут такой комментарий под маленьким видео, где я показываю свое такое преображение, ну типа было и стало. Вот ролик вы видели, нет, не знаю. И там, значит, кто-то мне написал, судя по всему, какая-то девушка, как-то она так не очень приятно, скажем так, выразилась. Ну, понятное дело, это не просто так, она, естественно, хотела как-то, может быть, задеть, хотя, может быть, она просто вот так всегда говорит, я уж не стала. Ну, я этот комментарий удалила. Заблокировала, естественно, этого пользователя, потому что сейчас я уже не вступаю в полемику какую-то, никому ничего не доказываю, не объясняю. Не нравится то, что написали под моим видео, я это удаляю и блокирую, потому что явно этот человек ничего хорошего привнести в мою жизнь не может. А потом что-то я так задумалась, думаю, а по сути, в общем-то, ну, так оно и есть. Я совершенно обычная тетка. Ну, скажем так, не тетка, можно сказать, женщина, а еще лучше девушка, да, чтобы девочка. Я совершенно обычный человек, никому ничего я тут доказывать не собираюсь, я просто показываю кусочек обычной жизни. Сейчас мне, кстати, кажется, это уже уникально, я ничего из себя не строю, не показываю, вот такая, какая есть. Для чего я это снимаю? Во-первых, для себя. Мне нравится пересматривать мои старые видео, смотреть, как я менялась, мои какие-то творческие идеи, как я воплощала в вязании в том же. Мне нравится пересматривать ролики с моими детьми, когда они еще маленькие были, сейчас они уже подросли. То есть своего рода это такой мой жизненный архив. Если мне удается моими видео кого-то порадовать, кому-то поднять настроение, кого-то на что-то смотивировать, это вообще круто. Я живу своей простой жизнью, той, которая мне нравится, которую я для себя сама создала. И, собственно, совершенно обычная. Вот я сейчас перед вами совершенно обычная. Я ничего ни такого из себя не придумываю, не показываю, не интригую, не продаю вечно что-то там, я не знаю, какие-нибудь марафоны, загоны и так далее. И по сути, я вот так подумала, что да, я и дальше собираюсь вот это транслировать, обычную совершенно жизнь, какие-то мои радости, радости, горести тут не будет, радости, потому что, ну, вот это такая моя концепция, вот так. Так что, если кто-то тут ожидает увидеть чего-то необычного, что я тут чем-то кого-то поражу какими-то, я не знаю, тут буду плакать навзрыд о чем-то тут говорить, о боже мой, какой кошмар, или буду тут что-то такое, я не знаю, с тарзанки прыгать, нет, этого не будет, друзья мои. Совершенно все будет обычно и спокойно. Вот и все. Смотрите и подписывайтесь на мой канал. Мама видео снимает, можно? У нас сегодня такой вот обед.
очень сытный. Очень плотненький. Муж приготовил. Грудка. Перекус семейный, человек. Вот это котлетки морковные и капустные, да? Картофельная. А, картофельная. Курочка. Рис. У меня наш можно было. И грибочки. Это все Кто? Нет, Мяснов. А, Мяснов. Мираторг. Мяснов. Мира... Я все время хочу сказать Мираторг. Мяснов. Но я столько не съем, конечно же. Съешь, как? Съешь. Что, друзья, мы сегодня приехали в торговый центр «Июнь». У нас он недалеко находится. Посмотрим, что-нибудь здесь для Варвары. Особых ожиданий у меня нет. Просто вдруг что-то найдется. По-моему, симпатично. Такой стиль мне очень. Не очень нравится? Нет, такой стиль мне очень как-то. Ну, а кофта нравится. Кофта под джинсы хорошо будет вот такая. Ну, а кофта нравится. Вау-вау-вау-вау! Супер! Это такая мятно-фисташковая. Ой, мой любимый цвет. Это что за красота? Вау! Слушай, супер! Мне очень нравится. Я гулять. Все берем, да, вот это? Да, вот это берем. Мне очень нравится. Супер. Это Остин. Это для тебя. Так, я себя тоже снимаю. Ё-моё, господи. Вот, я сегодня вот так. Можно было бы, конечно, подлиннее, чтобы он подлиннее. Так, мы сейчас тут мешаемся. Ну что ж, друзья мои, мы вернулись домой с отличным уловом. Я приятно удивлена и вообще невероятно довольна нашим походом, нашей охотой. Мы купили практически все, что хотели для Варвары. Честно говоря, когда мы только собирались в июнь, который находится в Красногорске, я думала, что, ну, надеюсь, там хоть что-нибудь мы прикупим. В итоге мы закупились прям очень основательно. Дело в том, что там появились магазины, которых раньше не было, по-моему. Но мы там были уже довольно давно. Там появился Fun Day, куда мы не зашли, потому что уже все закупили, да и времени уже не было. Там появился Austin Kids, которого, по-моему, тоже не было. Там была Акула, Gloria Jeans, которые, собственно, там уже давным-давно, Детский мир. В общем, для возрастной группы Варвариной, а ей сейчас 8-9 лет, там вполне себе можно закупиться. И даже дальше, 10, там, 11. Мне понравились вещи, которые я увидела в Остине. Чуть меньше понравились вещи, которые я увидела в Акуле. И в основном мы все закупили в Остине. Я небольшой специалист по детской одежде, но мне кажется, что качество и модели в Остине стали лучше. В этом году у нас получилась такая масштабная закупка, потому что Варе стало мало абсолютно все, то, что касается весны и лета. То есть она из всего выросла, начиная от колгот, футболок и заканчивая куртками, кофтами. В общем, все у нее закончилось. И
нужно было фактически с нуля формировать гардероб. И, честно говоря, когда я это поняла, немножко растерялась, потому что мы чаще всего заходили в H&M, в Zara, какие там еще магазины, которые ушли. И я такая думаю, так, где же закупать базу основную? Ну, в общем, вот сориентировалась и считаю, неплохо справилась с этой задачей. Давайте я вам все покажу, расскажу. Может быть, для вас это будет тоже полезно. Вот так, на кровати я разложила наши сегодняшние покупки. Как вы видите, очень много мятного или цвет полыни, это, по-моему, называется, цвета полыни одежды. Нам очень понравился этот оттенок. Он такой достаточно базовый. К нему подойдут практически все цвета. То есть, если какие-то аксессуары, они могут быть и белые, и черные, и бежевые, и все будут смотреться хорошо. Я очень люблю этот цвет. Ну и плюс ко всему, мы, конечно же, отталкиваемся от того, что Варе нравится, либо не нравится. Я всегда спрашиваю ребенка. Я не покупаю без нее уже одежду, потому что хочу, чтобы она тоже потихоньку формировала свой вкус. Мне это важно. Ну и давайте начнем вот с этого костюмчика. Он такой абсолютно базовый, без флиса, то есть такой вот махрушкой, на лето, на весну. Вот такая стоимость худи. Отлично подойдет и к джинсам, к любым шортикам, просто как, если вдруг на такую прохладную летнюю погоду. Хорошо, качественно все сшито, мне нравится, нигде ничего не торчит. И такого же цвета штанишки. Вот, я Варе брала там на 140 сантиметров. У нее рост 146-150, одежду вот на 140 я покупала. И здесь тоже на резиночке. Очень классненько смотрится, сама бы такой носила. И сразу же покажу вот эту парку весеннюю. Вот такая стоимость. Парка, как видите, на размер 134. То есть, в принципе, там нужно примерять одежду, потому что, как видите, разные размеры подходят. Да? Хотя, казалось бы, можно было бы 140 взять, но мы померили, она просто утонула в этой парке. Очень симпатичная, с капюшончиком. Это такая хлопковая ткань, не то чтобы сильно водоотталкивающая, мне кажется, но здесь есть какой-то наполнитель, то есть она не совсем прям тоненькая. Сейчас вот Варя как раз будет носить эту парку, тоже хорошо сделано, на замочке, на липучках, сзади вот такая вот галочка. Очень мне понравился цвет, конечно же, я в восторге. И вот такую шапку тоже взяли сейчас носить, когда уже 10, 12, 13 градусов, вполне себе по стоимости вот так идет. Отличная парка, я говорю, я бы тоже сама себе взяла. По сути, я подбирала вещи как себе уже практически в той цветовой гамме, которая мне нравилась. Ну и Варвара тоже что-то ходила, выбирала. Ей понравилось то, что я предложила. Не все, конечно, но вот это понравилось, я очень рада. И дальше идет мой любимый вообще комплект в этой закупке. Это вот такие широкие джинсы, кюлоты, они, по-моему, называются, они такие немножко укороченные, здесь широкие, отличного качества, не сильно плотные, потому что плотные джинсы Варя, например, не носит, какие-то зауженные, прямые, вообще без вариантов, только вот такие широкие, но они классные, прям хорошо сделаны, они на размер 140 и подошли. И вот такая стоимость. Считаю, что отличные, просто замечательные. Кстати, в этом размере мы забрали последние. И вот эта кофточка восхитительная. Я, когда зашла в Остин, я ее увидела и поняла, что мы ее точно абсолютно купим, потому что, ну, она классная, вообще замечательная. 134 размер, видите? С джинсами просто обалденно смотрится. Когда уже выходили из магазина практически, Варя увидела вот эту бейсболку, говорит, мне надо,
Ну, окей. Она, в принципе, носит летом именно бейсболки, а не какие-то панамки. Поэтому плюс подходит сюда, мне кажется, отлично. И к этому же костюмчику, грубо говоря, я увидела такую коротенькую футболочку. Мне очень нравится цветовая гамма, она такая спокойная, вполне себе классическая. Можно надеть вот эту футболочку, сверху накинуть вот этот свитшотик. Такой комплект получился классный вообще. Я в полном восторге. Так, Варя выбрала себе пару футболок. Вот такой вот с леопардом. Собственно, обычная футболка под леггинсы, под шорты, под что угодно. И черную. Она сейчас любит черный цвет, ей нравится. Ну и окей, мы купили ей черные леггинсы. Какие-то светлые можно еще потом выбрать. Такая футболочка, размер побольше взяли, чтобы она была немного оверсайз. Перейдем к не совсем запланированной покупке. Просто в Акуле сейчас скидка 30% на все зимние вещи. Я увидела вот эту куртку. Ну, понятное дело, от этого мы закупились мятными вещами. Глаз уже привык к этому цвету. Сразу его определил в магазине. И я схватила эту куртку. Она мне очень понравилась. Это на осень, мы взяли побольше размер, вот здесь такая цена, и от нее минус 30%. Отлично получилось, очень выгодно. Тепленькая, мягенькая курточка, опять же, хорошо все прошито, сделано, мне нравится. Водоотталкивающий материал, будет ждать осени эта куртка. Ну и еще в Акуле мы купили вот такой обычный костюмчик. Это и дачный вариант, и просто побегать на улице, когда жарко, хлопковые шортики и укороченная футболочка. Очень такой бюджетный комплектик. Там был в нескольких расцветках, но такой больше всего понравился. Ну и последний лот на сегодня. Это платье. Тоже, если вдруг у нас будет жаркое лето, на которое мы очень рассчитываем, конечно. Вот такое платье. Сейчас очень модно, типа футболочка, и сверху вот такая сеточка яркая. Смотрится здорово, будет и с кроссовочками, и с какими-нибудь босоножками, и на каждый день, и куда-нибудь, мне кажется, очень здорово выглядит так по-современному. Заодно покажу вам кроссовочки, которые я буквально недавно заказала на Wildberries. Вот такие с липучками, мне очень понравились. По очень хорошей цене. Это, конечно же, не кожа, а кожзам. Но они отлично у Вари на ноге сидят. У нее уже 36 размер. Они идут размер в размер. Здесь дырочки, чтобы проветривалась ножка. Плюс, опять же, липучки. Варя, конечно, умеет завязывать шнурки, но они развязываются. Здесь залепил, и все прекрасно. Конечно же, белые, понятное дело, что, возможно, это будет ненадолго, но уж очень хотелось белые кроссовочки. Ну что ж, друзья мои, все вам показала и рассказала. Надеюсь, эта информация будет вам полезна. Ссылочки, если я какие-то найду, я вам обязательно прикреплю в описании к этому видео, поэтому заглядывайте, смотрите. Буду завершать этот влог. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Пишите ваши комментарии, пишите, где вы закупаете одежду для детей. Мне будет тоже интересно посмотреть, какие бренды, может быть, новые сейчас появились, о которых мало кто знает. Напишите, потому что, ну вот, это, конечно, не проблема, но всегда полезно узнавать что-то новое. Подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на меня в других соцсетях. Я оставляю также ссылочку в описании, и увидимся с вами уже очень скоро в новых видео. Всех целую, всем пока!